Судебная эпопея задетой чести продолжается. Напомним, в мае этого года депутат Законодательного собрания Ульяновской области и лидер фракции КПРФ Айрат Гибаддинов обвинил руководство компании «Чистый город» в коррупционных делах. А точнее, депутат попытался уличить компанию в коррупционной связи с казенным учреждением «Городские дороги». Руководители «Чистого города» Валерия Агафонова возмутили подобные обвинения, и он обратился в суд. Разбирательство продолжается с июня этого года. Адвокат коммуниста утверждает, якобы ее подзащитный не причастен к распространению крамольной информации. Отсутствуют какие-либо подтверждающие доказательства о том, что именно Гибаддинов распространял в других группах какие-либо сведения. Представители стороны ответчика заказали экспертизу обличающей фразы. Изучили материал в Самаре. Вердикт такой, оскорбления не нашли. Гибаддинов говорит, что всего лишь озвучил мнение своих избирателей. Вымысел это или нет, узнаем только в том случае, если суд потребует их обращения. В городе Димитровграде ко мне по этому предприятию, да и вообще в целом по ситуации в городе обращался даже не один десяток людей. Понимаете? То есть это не какой-то частный случай, чтобы пришли и сказали: слушайте, тут вот в «Чистом городе» какие-то вопросы. Городские дороги арендуют у «Чистого города» тяжелую технику. Валерий Агафонов уверен, нет никаких странностей и подводных камней в отношениях этих организаций. Да, договора есть. Это все законные договора. И опять же, эти договора, вот представитель НКО «Городские дороги», они никакого отношения не имеют. Вот. Напомним, за оскорбление юридического лица Валерий Агафонов намерен взыскать 150 тысяч рублей. История о конфликте сторон продолжится на следующем заседании, которое состоится 3 декабря. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости УПРАВДЫ ТВ.